17 апреля в Большом театре Москвы прошла 5-я церемония вручения межгосударственной премии «Звезды Содружества». Премия «Звезды Содружества» была учреждена в 2009 году и с тех пор присуждается ежегодно в трех номинациях – в области науки и образования, культуры и искусства, а также гуманитарной деятельности. Лауреатами премии «Звезды Содружества» 2014 стали выдающиеся ученые, художники, артисты и общественные деятели из 8 стран СНГ, в том числе президент Национальной академии наук Украины Борис Паттон, художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Олег Табаков, народный художник Азербайджана Амар Эльдаров, главный дирижер государственной хоровой капеллы Армении Аганес Чикиджан и другие заслуженные деятели науки и культуры. Торжественное мероприятие открыл посол Азербайджана в России Палат Бельбюляглы. Очень приятно, что наш фонд продолжает укреплять гуманитарные связи на просторах СНГ. И действительно, то, что вручаются премии выдающимся людям нашего пространства, это говорит о том, что мы вместе. Это говорит о том, что мы друг друга уважаем. Это говорит о том, что мы с большой толерантностью относимся друг к другу. Исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Анатолий Александров рассказал о том, как рассматривались кандидатуры лауреатов на премию «Звезды Содружества». Большой праздник в Большом театре. Для меня он, конечно, праздник вдвойне, потому что это мой родной дом, и я с удовольствием здесь наблюдаю в какой-то степени и плоды своего труда, но, конечно, это не это главное. Главное то, что сегодня в Бетховенском зале Большого театра собрались уникальные личности, которые составляют цвет и гордость стран, наших стран, которые входят в Содружество. И это процесс был очень трудный, и мы из 17 номинантов, кандидатов мы выбрали только 8. Над этим трудилось международное жюри, которое состояло из экспертов в разных областях, в области науки, в области искусства, культуры и в гуманитарной сфере. Но вот, тем не менее, удалось все-таки найти общий язык и сегодня вручить премию уже лучшим из лучших. Правда, это настоящие звезды Содружества. О том, как важно сохранять и поддерживать культурные связи между странами Содружества, рассказал народный художник Азербайджана Амар Эльдаров. Несмотря на то, что наши государства стали самостоятельными республиками, чтобы те связи, которые были, они были бы восстановлены. И мы бы могли развиваться так, как развивались раньше в Содружестве союзных республик. Я высоко ценю эту премию и по содержанию, и по ее назначению, но еще и по составу полученных до меня наших лауреатов. В нашей республике это очень значительные люди. Это Салахов Таир, это Мехрибан Алиева, первая леди. Но я там где-то четвертый уже. Так что это престижно очень во всех отношениях.